У нас сейчас на капельнице 6 поправились. Они уехали. Играют, веселятся. Я выпущу ролик, что дети поправились. А это новые. Из тех, которые были первыми, осталась только одна малышка. Но она тоже идет на поправку. Тоже идет на поправку. И даст Бог, это малышка, у которой нет вен, и мы капаем ее только в холочку. Мы назвали ее Иса. Маленькая Иса. У нее вообще нет веночек, поэтому мы ее капаем в холку, делаем укольчики, даем таблетки. И ребенок потихонечку начинает выздоравливать. Да, котик мой? Мое солнышко. Красавица маленькая. Это Иса. Я не знаю, почему так происходит. Я не знаю, как в других приютах. Внешне малыши хорошие, все. Но резко начинается рвота и понос. После прививки где-то в течение 5 дней. И тоже девочка. Рыженькие, обычные. И ребята, чаще всего такие малыши зависают в приюте. Но мы делаем все, чтобы пристроить. И у нас такие малыши пристраиваются. Не все, к сожалению, но пристраиваются. Главное всем вместе искать им дом. Они имеют право жить. Вот сейчас 2 сестрички. Нет, братик и сестричка. У нас наконец-то появился мальчик, но лучше бы он не появлялся. Лучше бы был здоров и к нам никогда не попадал. Мальчишка будет очень красивый. Когда подрастет, будет потрясающе красивым. Ребят, присмотритесь к нему, пожалуйста. Как только он поправится, я сделаю красивые фотографии. Ребят, а давайте все вместе попробуем найти малышу дом. Вот все вместе соберемся и начнем его пиарить везде-везде. Попробуем, что у нас получится. Давайте, ребята, ну неужели мы столько нас народы, и мы не сможем найти для ребенка дом? Обязательно его семья где-то ждет. Ждет. Просто она еще не знает, что он у нас. Ищем, ребята, ребенку нужен дом. Ребят, 6 малышей поправились и уехали в приют. А на их место привезли еще, сейчас 3-го везут. Всего малышей 5, но плохо стало 3. Вчера привезли ночью 2, они капаются. И сейчас привезут 3-го. Ребята, прививка. Даешь прививку, ее пробивает. Это ребенок у нас. Да, маленький. Тоже рвота почему-то непонятно. Понос пока не видела. Но она как скелетик, она высохла он вся. Да, ребенок. И вен нету. Еле-еле нашли венку на задней лапке. Будем капать сколько сможем, да? Вот так. Да, красота моя? Маленькая моя. Приходится держать вот так лапку, чтобы она ее не сгибала. Да? Моя хорошая девочка. Моя маленькая. Братик поправился, уехал в приют. А теперь девочка. И вообще интересная окраска. Она как ягуарчик. Пятнышками. Не полосочками даже как-то, а как кошка. Пятнышками. Первый раз вижу такую раскраску у собаки, чтобы пятнышками была, как ягуарчик. Да, девочка моя? Каких же кровей в тебя только не намешали. А, солнышко. Когда капаем глюкозу, медленно-медленно. Они всегда спят. Глюкоза вместо снотворного. Дай Бог, чтобы этот сон был выздоравливающим. Друзья, спасибо вам за то, что вы с нами. Искренне, большое спасибо. Ну что, всем катетеры поставили. Теперь начинаю капать. Да, дети? Маленькие. Всем катетеры поставила. Ну что, ребенок, животик почти восстановился. Что ты, мой золотой?
Тихо, Лёша, тихо, маленький. Мамин. Все, начали капаться. Друзья, мы начинаем серию 100 рублей для детей. Я обращаюсь ко всем. Пожалуйста, мои хорошие, отзовитесь. Они просто дети, а мы с вами взрослые люди. И я прошу у вас для них помощи. Любит кто-то животных, не любит. Мы просто с вами люди. Быть человеком трудно.